Здравствуйте, мои дорогие девочки. Ну что, отзывы о маске, об разрекламированной и хваленой маске, которую я начала применять где-то 4 января и по Старый Новый год, по 13 точно. Значит, что я хочу сказать. Маска из семян льна. Я перепробовала все пропорции и рецепты, которые мне рассказали, которые, значит, я нашла в интернете. И все говорили, в общем, в полном восторге от этой маски. Говорили, что она заменяет прекрасные дорогие процедуры в косметическом салоне. Я не хожу по салонам, иногда люблю делать маски. И поэтому я протестировала все, что только можно было на себе. Потому что я не прочь, в принципе, у меня беспроблемная кожа, но я не прочь подтянуть овал лица, уже, значит, возраст позволяет экспериментировать с подобными вещами. Так что я хочу сказать, все рецепты, которые были даны, все очень-очень большие пропорции для единоразового применения на одного человека. У нас лицо не футбольное поле, у нас маленькое женское лицо, поэтому эти пропорции никуда не годные. Получается, что мы используем 1/3, 1/4 часть от того, что мы приготовили, а остальное мы просто выбрасываем. Я принципиально и вообще против просто такого бездумного перевода продуктов и выброса. Поэтому новые пропорции, смотрите, значит, вот такая маленькая чашечка у меня. И вот столечко, не абсолютно, вот если так сделать, без горки, без ничего, и даже не полная чайная ложка этих семян. Кладем сюда и сюда же, утром добавляем 2 вот таких вот ложечки чайных кипятка. Размешиваем где-то минимально полминуты мы должны размешать и сверху накрыть чем-то стеклянным или фарфоровым, каким-нибудь блюдечком. И чтобы это все заваривалось до вечера. Оно стоит до вечера. Вечером обязательно надо, значит, вот эту всю смесь еще раз как следует перемешать, процедить через марлю и отжать, что самое главное. Когда мы отжимаем эти семена, то семена покрыты, когда они в жидкости, они покрываются таким желеобразным веществом. Так вот это вот как раз вещество мы и выдавливаем. И когда мы выдавливаем это все в чашку, то получается довольно-таки где-то 2 ложки такого густого желеобразной субстанции. И на чистое лицо вы где-то в 9 часов вечера, или сколько там вы идете спать перед сном, кисточкой наносите один слой, ждете где-то минуты 3, он застывает, сверху наносите второй, третий, где-то 4 слоя достаточно вот этого на нанесение. У кого-то больше, у кого-то меньше, но примерно так. 3 слоя вот так достаточно, поэтому не беспокойтесь, что его мало там и все такое. Как раз вы используете полностью все, что вы приготовили. И можете идти смотреть фильм, читать книжку, смотреть там в интернете, только молча и ничего не кушайте в этот момент, потому что очень сильно стягивается кожа, и вы можете спокойненько сидеть и наслаждаться, значит, своими делами, а в этот момент маска будет работать. Потом вы смываете это все тепленькой водой, и эта маска продолжает работать после того, как вы ее смыли. И ложитесь спать, и, значит, ночью идет вот этот процесс омоложения, подтяжки и так далее. А что хочу сказать я? При моей, ну, как бы, не требующей особого ухода кожи, я не заметила этого вау-эффекта. Да, ее очень приятно применять. Она очень приятная на ощупь, она приятно ложится. Все приятно, но вот чтобы такого эффекта, чтобы я сказала, да, я вот сделала курс, и действительно вот результат налицо. Не могу такого сказать. От напитка, который я писала заранее, напиток там найдете волшебный, молодильный, от него есть эффект, я вижу этот эффект. Есть эффект от алоэ очень хороший. А вот от этой маски, того эффекта, возможно, там что-то как-то хорошо она повлияет или повлияла, но я его не вижу, этого эффекта. В общем, девочки,
пишите, если у вас есть рецепт, может быть, какой-то добавки не хватает, может быть, еще что-то там не так я делаю, хотя я же говорила, я все варианты перепробовала. Да, приятно, но для меня, можно даже сказать, бесполезно. Так что попробуйте вы, так как до сих пор идут восторженные какие-то комментарии насчет этой маски, возможно, у вас будет прекрасный эффект. У меня его нет. У меня нормальная кожа, она не сухая, не жирная, никакая. И то эффекта, как бы, я не вижу никакого. Ну, в общем, если вы будете ее делать, то я советую именно вот эти пропорции. Если вы ее делать не будете, ну и не делайте. Лучше сделайте алоэ и выпейте вот этот напиток. Если напиток мой, который я посоветовала, будете пить неделю, я уже увидела в первый же день я увидела разницу. Но если ее пить неделю, тем более будет хорошая подтяжка, и цвет лица будет другой, и вообще будет прекрасно выглядеть. В общем, девочки, желаю вам, уже все праздники мы попраздновали, поправились. Вот, желаю вам сбросить вес, если вы набрали за праздники. Не надо себя сдерживать, надо есть все тортики, все вкусненькое, а потом все это сбросить. Еще впереди крещение, и легкого вам января, и попробуйте маску, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, лайки, и подписывайтесь, потому что мне важно знать, что вы как бы в теме. Мы в теме, и будем омолаживаться. Всем пока!